Ну и, наконец, существуют действующие проекты на сегодняшний день по системе Business Drive. Первый — это семинар знакомства. Это то, что сейчас у нас с вами происходит. Раз в месяц происходит семинар знакомства. Ежемесячно, четвертый четверг месяца в технопарке Академгородка я провожу семинар знакомства в таком формате, который вы сейчас только что услышали. Следующий проект — это клуб «Терем». «Терем» — это территория исполнения мечты. Все люди, которые хотят двигаться к своей мечте, могут встретиться в клубе. Организован клуб, называется «Терем». Это коммуникационный клуб, сайт клуба «Терем.РФ» или «Терем.РУ». Можно зайти, мы встречаемся раз в месяц и поддерживаем друг друга на пути движения к своей мечте. Третий проект — это «Сибирская артель». Это питомник для выращивания бизнесов. Мы готовы брать молодых перспективных людей, которые хотят двигаться к своей мечте. И если это мечта — реализация какого-либо бизнеса, то, используя систему Business Drive, все то, что я, о чем я сейчас говорил, мы развиваем новые бизнесы. Четвертый проект — это группа компаний АМС. На сегодняшний день это союз 6 независимых компаний. Это союз компаний, это самостоятельные бизнесы, которые есть, работают и двигаются по жизни все вместе. Мы двигаемся по жизни вместе, используя философию системы Business Drive. Пятый проект — это сайт Business Drive. Сайт Business Drive — biz-drive.ru. Он как раз и содержит в себе всю систему Business Drive. И там же я выложу, и вот это видео будет выложено на этой системе, и там же будет выложена вот эта презентация, по которой я сегодня использовал. И, наконец, шестой проект — это команда Business Drive. Команда Business Drive — это поддержка действующих бизнесов в том объеме и формате, какой вы захотите для себя быть поддержанным. Как, насколько вы захотите поддержки для себя. Это действующие проекты Business Drive на сегодня. И у каждого из них есть свой сайт, можно заходить, смотреть и отслеживать, каким образом происходит движение в системе Business Drive.